Здравствуйте, зрители моего канала. Продолжаем изучать различные экзотические фрукты. Купил вот такой фрукт, кумбат называется. Стоит вот это 149 рублей, ну может сказать 150 рублей. Вот такой она формы напоминает мандарин. Маленький-маленький мандарин или апельсин. Сейчас мы его разрежем, покажу, что там внутри и как она на вкус. Вот, ребят, такая она внутри. В другой половинке, что я съел, были семечки. Два семечка. Ничего такого вот нету, как вот в простом мандарине или апельсине, каких-нибудь делений на отдельной дольке. Как будто все единое целое. Вкус напоминает мандарин или апельсин, но более такой мягкий, приятный очень на вкус. Мне понравилось. Прикольная вещь. Только такие маленькие, есть как бы нечего. Кожуру я выкинул, я прям съел изнутри эту мякушку. Ну так вроде ничего. Советую вам попробовать, думаю, вам тоже понравится. Кумбат. Кумбат. Ну вот такие мандарины. Семейство цитрусовых. Вид такой. Ну если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. В описании под видео будет много различных ссылок для заработка в интернете. Деньги небольшие, но заработать можно. Проходите, регистрируйтесь на буксах. Всем удачи, всем пока.